Так, ребята, друзья, представляю свои антенны. Антенное хозяйство восстановил, потому что и квадрат упал на десятку, у меня тут ломился. И сороковка. Значит, смотрите, начинаем. Это у меня самая нижняя на швабре, это на 90 МГц. Вот тут у нас такой стоит баллон. Кольцо такое намотанное. Правда, я не увидел разницы. Дальше у нас идет выше по мачте. Два элемента на 430. В противоположную сторону смотрит. И вот уже покосившиеся 3 квадрата на двойку. Все-таки деревянная мачта 3 года не выдержала, или 4, сколько и антенне. И скоро будет смотреть землю. Так, чуть выше у меня стоит обзорная антенна, двухдиапазонная, заводская, 2 метра 430. Вот видите, кабель у меня заведен в гофку, так как кабель я взял Finmark на белого цвета. А белый цвет через время приходит в негодность. Так, значит, что у нас? Упала у меня мачта. Вот эта деревянная такая колхозная. Обломалась и все. Вот смотрите, на удочке у меня смонтированы квадраты, ромб вернее, на десятку. Вот он такой. Вот вниз опускается в горизонте. Стоит здесь вот такой отрезок 75-омного кабеля. Вот. Опять же, на этой удочке я вон смонтировал, видите, разъем. По идее, должно быть видно. Вот разъем. Я поставил диполь прямо на ней. Вот разъем видно. И феррит. Вот провод идет. Это у меня диполь вертикально идет на 43 МГц. Идем дальше. Так, вот отдельно. Отдельно то, что я восстановил. Опять же, на мачте. Деревянная я, ну тут не деревянная, железная. Опять же на удочке. А это дельта на 40 метров. Вот она. Вот она. Верхушка где-то метров 10. Ну идет она там. В общем, идет. Вот ее нижняя сторона. Вот провод. Это нижняя часть дельты. Здесь вот она. Здесь получается соединяется кабель с этой дельтой, нижнее подключение. Вот. Вот такое вот антенное хозяйство. Ну, собираюсь еще добавить несколько антенн, а на FM диапазон, скорее всего, подниму чуть повыше, потому что слишком низко. Вот такое вот антенное хозяйство у меня. Ну, пока доволен, скажем так, но это не максимум того, чего я хочу. Все, всем спасибо за просмотр. 7.3, до свидания.